Всем привет, меня зовут Антон Смороков. Сегодня мы находимся в торговом центре Row Hall. Сейчас зайдем в магазин Squad, посмотрим, какие там цены. Этот магазин является дисконтным. Посмотрим, как тут можно затариться по чипу. Балахон Этнис, пожалуйста. Супер старая коллекция. Так, ценник 3 косаря. 3 косаря, пожалуйста. Где вы сейчас найдете балахон за 3 косаря? Балахончик Глоб в классическом олдскульном стиле 2200. Розовый балахончик, элемент 92 года. Пожалуйста, это год моего выпуска. 2500. А Зира, видели балахончик Зира? American Зира. Такого, мне кажется, точно нигде нету. Смотрите, с такими лампасами. Звезды, модно очень. За 2870. Неплохо. Деквайн, пожалуйста. Очень крутой бренд. Супер модный был в свое время. Сейчас просто его нигде не найдешь. Крови. Как видите, магазин Squad. Смотрите. Кожаная кепка. О, мне кажется, в российской армии скоро такие будут. Типа, есть такая вот прищепочка для кэша. Ты такой гоняешь на скейте, у тебя здесь кэш торчит. Такой, йоу. Ух ты, нихера себе, блядь. Мне кажется, в этих шортах должен биться Хабиб в следующем своем бою. Просто металл. Да. 1920. Шортики Глоб за 1400. Ого. Вот это вот, да. Семейники, помните, классические семейники из СССР. За 1200 вы можете взять такие и будете супер модным. Сейчас, кстати, модно все старое. А это шорты Nike SB Капитан Америка. Классический американский стиль. Полите, что я нашел. Это просто приоритет. Шорты Matix. Блин. Здесь, походу, кармашки специально для пиваса. Это вообще рэп. Ты такой гоняешь на скейте с пивасом в кармашках. Тут под мобилку телефон. Блин, вообще шорты рэп. Бонг. Ну, просто вообще хип-хоп. Цена 650 рублей. 650 рублей. 650 рублей, вы видели? Где вы найдете за 650 рублей шорт? Не знаю. Только в магазине Squad. Также здесь есть куча скитового стафа, крутые колеса, дастеры, Star Trek там и так далее. Очень много разного выбора. Подшипнички, пиги, той машин там и так далее. Очень крутые подвесочки для лонгборда. Колеса вот одни единственные для лонгборда остались какие-то, чтобы можно было по гравийке просто на них ездить и скорость не терять. Ну и классика для скейта, краксы, индепенденты. Ну а так, в принципе, все досочки есть. Есть клише свеженькие, той машин. Есть супер чиповые Squad досочки, очень качественные. За 2500 всего. Есть Foundation. Тоже очень свеженькая доска нового сезона. Santa Cruz даже имеется. Вот этот стиль. В общем, все, что надо для сборки комплекта, вы найдете здесь. Вот отличные кеды Глоб, промодель марка Эпельярда. Всего лишь за 2130. Ну, а если вы соберетесь в Сочи к нам на пляж, вы можете купить вот такие вот шлепочки за 680 рублей всего-то. В Сочи таких цен нету, я вам отвечаю. Кеды Этнисы за 1900, такие с блесочками, я думаю, на каточку подойдут, в принципе, очень даже неплохо за 1900 для кат, на каточку вообще шикарно. Очень крутые женские кеды Осирис в стиле Air Max'ов за 1900, и сделаны, кстати, из непромокаемой ткани, очень прикольный выбор по оси. Джинсы Элемент за 1500. С технологией Cool Max. Джинсы не промокают. То есть они промокают, но они влагу отводят. В
общем, очень большой выбор джинс. Есть почти все размеры. Супер дешевая цена. Такой цены вы не найдете в обычном магазине Squat. Только в Стоково. Если есть человек, который смотрит это и хочет купить это, приходите сюда. Здесь вот такое вот есть. Да, и всего это стоит 1600. Я не знаю, что это, но это должно вам понравиться. Также есть большой ассортимент женских шмоточек. Вот, например, у нас есть супер крутой плащ из матрицы про модель Trinity. Так что, если ты считаешь, что ты Trinity и любишь бегать под дождем, пожалуйста, тебе сюда. Качественный ПО за 730 рублей от магазина Squat Workshop. Если ты фанат магазина Squat и ты девочка миниатюрная, тогда тебе нужно приходить сюда срочно, 730 рублей. Ну, в общем-то, вот, толстовочки. Есть толстовочка в стиле ковра. Picture Organic за 2000 рублей. Очень теплая. Хорошо выводит влагу. Ее можно использовать как второй слой под мембрану одежду. То есть зимой вы никогда не замерзнете в этой кофточке. Кожан с махоркой за 1100 рублей. От фирмы Сирка. Женские курточки, дождевики, тоже по супер чиповым ценам. Вот я вижу 2500, 2000, вот 1950, фирмы Billabong, Santa Cruz, DC. В общем, все, что вы любите, девочки. На вот эту вот кепку я, по-моему, видел в игре Tony Hawk. Не знаю, по-моему, даже стоит одеть. Есть у нас Half, есть Dickies. В общем, много различных брендов, но то, что здесь есть Half, это вообще супер стиль. И, кстати, Half, вот 1100 за кепочку, хотя я знаю, кепки Half, они очень дорогие, очень дорогие. Курские дождевики для мужчин. Вот, пожалуйста, под осень очень большой выбор курток. Даже есть вот такие вот модненькие Osiris. И ценник 2300. Ее это бомбер The York за 2500. Если ты молодой начинающий рэпер, тебе нужно купить этот бомбер и просто читать рэп в падике. Вот такие вот есть крутые жилеточки у нас The York. Так, какой у нас ценник? 2800. Но это вообще супер чип для жилетки. Вот как раз то, что нужно подосить. Это у нас куртки для супер крутых рэперов за 2600 Osiris. Также в магазе есть крутой ключ Reflex для скейта. Вот такие вот три у нас разновидности отвертки. Нарезка для резьбы. Это очень удобно. У меня, кстати, была недавно ситуация, в которой мне эта штука очень пригодилась. Но пришлось идти домой без колеса. Очень хорошие цены на скейт-обувь по самым низким ценам. Вот, например, Nike Джановски за 4 косаря 3990. Если ты Хабиб, приходи сюда. Глобу. Очень крутые кеды для катания на скейте. 2940. Замш. Ну а для себя я выбрал такие вот кеды New Balance 598. По сладкой цене 3890. По Enjoy. Очень качественная футболочку Neff. И long sleeve Altamont. Вот так вот, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приходите в магаз и затаривайтесь по чипу. Кстати,
Кстати, ассортимент магазина постоянно обновляется, и здесь можно будет купить сноубордический став по приятной цене.